Ну что, дорогие друзья, я хочу вам представить из красного угла приглашается боец с Узбекистана. Встречайте Камилджонов Жасурбек! Assalomu alaykum. Men ismim Qobuljon Jasurbek. Men Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod oblastida 2002 yil tug'ilganman. Men yoshim 18 da. Men 2019 yilda Sankt-Peterburg shahriga kelganman. 1.5 yil mobaynida shu yerda ishlab kelaman. Hamda Bayboy Samba sport turi bilan shug'ullanib kelaman Beki Sakov qo'lida. Ассаламу алейкум всем, приветствую, друзья. Меня зовут Бек Исаков, я боец смешанного стиля ММА и также по совместительству тренер. Мои ученики уже и бьются на высоких аренах, также и молодежь воспитываю, детей, подростков и взрослых. Хочу сказать, что нам поступило предложение от Рустама Рахмонова, чтобы мои ученики выступили на турниры «Битва Львов» «Шерла Джанге 3». В первом турнире у меня ученик выступал, Александр Шведов. Он благополучно выиграл и прошел этот этап. Теперь сейчас другое подрастающее поколение есть, там 5 бойцов у меня. Они будут выступать на этом турнире 10 марта, иншаллах. И я надеюсь, что все одержат победу. Ну, конечно, бывает и поражение, и победа от Всевышнего зависит. Но посмотрим, мы делаем причину и посмотрим, что получится. Уповаемся на Всевышнего, как говорится. Первый мой ученик, самый молодой ученик, это Камилджонов Джасур. Пацан очень хороший, перспективный. До меня он занимался рукопашкой, до того, как ко мне пришел. Вот уже второй год пошел, тренируется, больше года. Пацан очень дисциплинированный, хороший, коммуникабельный, там, как сказать, стрессоустойчивый, там, все выполняет, дисциплинированный, приходит вовремя на тренировку, то, что говоришь, делает, быстро выхватывает. Мы очень долго уговаривали его родителей, чтобы он выступил в этом турнире, потому что, так как он еще молодой, родители еще не разрешали по профикам биться. Это у него профессиональный дебют получается. И ему еще только-только 18 лет исполнился, поэтому еле-еле уговорили, можно сказать. Я надеюсь, что все благополучно пройдет, без травм, и надеюсь и верю, что он победит. Hamda meni MMA-ga qiziqishlarim juda kattaligi sabab shu Sherlar jangi organizatsiyasiga uspat qilishda xoladim. Xudo xolasa g'alaba biz tomonda. Bu turnirga qatnashishimdan maqsad O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarish. Приглашается его соперник также с Узбекистана. Встречайте, Адилджон Эргашев! Бурчакный достат, Адилджон Эргашев, Узбекистан, Самарканда, 57 килограмм. We'll be right back.
справа от меня. Он представляет город Анжи, Узбекистан. Ему 18 лет, рост 175 сантиметров, вес 57 килограмм. Жасурбек Кобилджонов! А слева от меня боец, представляющий также Узбекистан, из города Самарканд. Ему 20 лет, рост 158 сантиметров, 57 килограмм. Адилджонов Эргашев! Рефери в октагоне Владимир Балала. Бойцы на середину. Пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой не бьем вообще. В затылок, позвоночник, пах не бьем. Локтем в голову не работаем. Коленом в голову допускается бить только в стойке. Внимательно. В партере допускается работать в течение 30 секунд. Покажите красивый бой. По углам. Омадвулла. Это львиная битва. 3. Итак, бессменный рефери всех поединков львиной битвы. Владимир Балала дал последнее указание бойцам. И сейчас мы увидим начало первого поединка. Жасурбек Кобилджонов против Адилжона Эргашева. Сразу же Жасурбек идет вперед. Пытается ему отвечать Адилжон. Нарывается на сильные удары. Он сильно ниже своего оппонента. Ему тяжело будет работать с дистанции, поэтому так с наскоку работает. Размашистыми ударами. Заряжается постоянно. Но нарывается на мощный удар. Да, и бой остановлен. Ну, Жасурбек четко поймал своего оппонента в атаке. Садил мощный прямой, и это нокаут, дорогие друзья. Да, вот даже сейчас вынужден Владимир Балала призвать своего подопечного не вставать так резко, поскольку был сильный удар пропущен. Надо немножко прийти в себя сейчас Адилжону Эргашеву. Ну что ж, он яростно начал поединок. Жасурбек для своих 18 лет был очень тактически расчетлив. И сделал все как надо. Ну что, дорогие друзья, в этом скоротечном, очень интересном, так сказать, бескомпромиссном бою победу одержал Кобилджонов Жасурбек Узбекистан. Поздравляем Жасурбека Кобилджонова с победой. Быстро, ярко, Адилжон, четко. Слушай, привет. Слушай, ну что, ты вышел на короткое уведомление, тебе большое уважение, несмотря что твой соперник намного выше. Вот, было очень интересно наблюдать. Я на самом деле думал, что ты пройдешь ему в ноги, но ты пошел в рубку. Вот, расскажи вообще, ну, твои впечатления и вообще какой был план на бой. Ну, просто не понял. Ну, узбекский, можешь? Не. Узбекский, капрели? Я, чумадым, да, узбек. Давай, узбек, тама. Бу бола, турсын айтсак, заменага чықты. Бойдан соперник отказ кылган үчүн заменага чыкты, сизге рахмат. Чисто характер көрсөттү. Шерге өз келгениңиз уже бир шер. Сиз шерсиз. Бир-эки ооз гапыр кой. Амма явалым, ассалому алейкум. Рахмат. Чыроолу жең болду. Аммага каттагон рахмат. Омазды берсе. Ну что, большое уважение тебе. Давай писюлю. Молодец, красавчик. Сиз нима деп ойлойсуз? Соперниңиз нимага отказ кылды? Bilmadım saperi. Assalomu alaykum avvalam bor. Endi 2 marta saper deganman işte. Bilmadım saperi deganman. Res qilishmadi deb bahona qilishdi, bilmadım. Endi keyingi safar xudo xolasa yaxshiroq saperlinglar keladi. Trenerimga rahmat birinchi bo'lib. Ota-onamga meni poddeshka qilyapti shu yerda hammasi. Kattakon rahmat. Rahmat, spasibo всем. Omad bersin.